Окей. Ну что, тогда будем стартовать потихоньку. Конечно, будет жопа. 29. Так, ты куда будешь разведкой вылетать самолетом? На холм? Да, наверное, по центру полечу, а там, если он что-то увидит, все равно. Понял. Поехали, готовься. И выдели самолет. Я что-то как-то закупился, и ничего нет у Так меня. я тоже. Я купил там чуть пехоты, там чуть пехоты, там пушку, и все, тупо оборона на всех флангах, и ни одного ударного стека, ни пехоты, ни танков, ничего. Может, поменьше стоит пушек брать, чтобы не размазаться. Ну, я все, пак 40 здесь у меня У будет нас стоять. пехота очень вязкая, у них пехоты столько не хватит. Ну, Только Б, черт. С, они Так а задолбают Шерманы... наших. Все, полетели. Вау, что у меня огнеметы остались, ну ладно, на базе. Shift не сработал, видимо. Ладно, хер с ним. А, на центр пехоты не купил. А, не. Так, вижу. Чё там, А, ас что? какой-то? Я вот на пехоту А, иду. Т-34-85, ас. У меня, значит, У это... меня тройка есть. Да, у тебя тройка. Я пехоту его выиграю. И эвакуюсь, потому что сейчас будет этот. О, зениточка начала работать. Ага, выгрузилась пехота. Да сбрасывай. Отлично. Есть. Выгрузился, один грузовик уничтожен. Так, у меня что-то умерло. А, блин, пак 40-го умер. Он Чё? такой не выжил. Ну ты даешь. Так, пехоту, танки. Ну, блин, ты 3-4-7-6 можно как-нибудь убить? Спасибо. Две машинки с противотанковым оружием. Так, ну, на центр этих тюранов загружу, пусть посмотрю, как они работают. А, нет! Отставить. Нимр. А, Он же Нимра, для да. Он для холма создан. Нимра неплохо. Ладно, держим. Держим, держим, держим. Съедет все. Огнемет продвигается. Нам надо занять жестко холм и чем-то противотанком нашпиговать. Так, я второй нимб на холм отправляю, а потом куплю комбата на. Так, подъезжает техника. Они там минометы, что-то. Кстати, а, что точка-то? А, ну сейчас. Сейчас едет подкрепление. Да, Нимрод, наверное, тоже возьму. Разведчиком, наверное, вылечу так, чисто полетать. Ну, я по центру отправил. Так, пушку, наверное, сместим. А то сейчас сортить начнут. Ты, кстати, машинкой можешь попробовать захватить. Ага, Су-85 притащил.
теперь можно вести это. Так, Нимрод вызываем. Ха, не захватывается командир тут где-то, да? Справа джамбочка. Это Калиопа. А у меня джамп. Ой, какой там прорыв, смотри. Где? Справа? Арт, нужно заартить Бафорс. Обязательно. Ладно, покупаю арту. Чтоб можно было летать. Пушка умерла, ее джамбу убил просто. У меня 180 пробитий, эти маленькие пушечки есть. Может быть. Пойму. Ты главное Бафорс. Бафорс. Начинаю артить Бафорс. Все, по центру заберу. Две точки будут у нас. Командир, где пехота? Кто сдохла, она осталась тут. Так, а на джамбо я, наверное, сград на лицо высаду. Так, фланговый огонь под 85-очки. Давай, 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 родимый, давай. Решетников. 72% пробить, давай. Давай. Ну уже. Что такое? Где твой пробой, блин? Так, у меня кластер есть, но... Ой. Я так и не понял. Вылетел на джамбо. Угу. Я тоже на него могу. О, он драйвер к нокауту. Вот сейчас я с гранатой на него хузарками... А, то... Ой, он простреливает сквозь. Точно, я забыл, у нас же кластер на эти есть. Офигеть, джамбо выжил. Да. Я вылетел вторым. Еле-еле выжил этот самолет, а может и не выжил, кстати. Говорю, тебе надо как-то накопить на артиллерию, артить Бафорс. Я арчу, но... У меня только на Б есть. Да пока-то все не так... Да блять, ну смотри, что он творит. Орудие заклинено, минус самолет. Один Бафорс. Сейчас захватим этого. А сейчас он будет крутиться. А, он, ох, пробился. Сдох? А, вот это... Ты видел, он пробился, вот это... А, на 1000 метров она, видимо, этой фигней. Кумулятивные гранаты. Пехота едет долго, блин. Так, куда вы
прете, идиоты. Этот гребаный лес надо как-то выбить. Так, еще один пак остался у меня. Так, самолеты, благо, выжили, блин. Так, где там хицерёж? Сразу сейчас сюда один. Есть контакт. Так. Опа. Бостон. Охереть, сразу минуснул мне танк. Так, вы Шерманы, сейчас вам кластер. А правда, этот Бафорс, он меня... Нагнет? Что такое, блин? Нагнет, конечно, блять, говорю, арта нужна. Что-то я его артил, он до сих пор жив. Он сейчас еще одну взял. Ну, я тебе говорил, ну, надо. Ой, вообще. Юзи. Ну ладно, я на себя. Тут только артить. Чем раньше, тем лучше. Ладно, сейчас хетцер может быть. Слушай, своим хузарком срочно вот на танк кликни. Ну-ка. А хотя. Пошел, пошел. Сейчас я на него танками выкачу еще своими. Отлично, все, взяли в плен его. Ой, он там сами сколько этих ПВОшек. Давай-ка я тоже сейчас открыли. Арта, арта нужна, да. Так, Нимрод. О, два Нимрода сейчас будут работать. Надо им командира, правда. А, он их двигает, урод. ПВОшки свои. Так, хорошо. Два кластера. Ну, пока не надо. У меня оба самолета упало, представляешь, не долетели. Ну ты зря туда летаешь, если там три Бафорса, ты чё? Один тебя я, может... Он сбить. Один был. На то. Сейчас хетцер потихонечку. Так, я своего из горы выбил. Надо сейчас на гору чего-нибудь противотанкового накинуть. Ой-ой-ой. На, в борт. 45% пробить. Е-е-е, 45-ку. Ой, эту. 85-ку грохнул. Назад, отступаем. Назад.
назад. Затащились. Затащились. Сейчас еще зениточку сюда закину. Зениточку примерно вот сюда. И комбата. Разведку сюда на край. Так, арта продолжает работать, но что-то все мимо. И пак 40-й. Какое число? Так. А, ну, я даже не знаю. Там бафорсы гребаные, ладно. Еще фар центр попробую ударить, он там. Главное пробиться до бафорсов и уничтожить их. Он отступает. Он так сфокусировался тут. Ну вот, по бафорсы я уже арчу, они вроде подавлены. Смотрим, как они подавлены. И все их светится. А чё я не могу вызвать? Минус самолет, походу. Ой-ой-ой. Блин, зачелдонил я, ну ладно. Уже фанюсь просто. Пиздец, два самолета слил, как нуб. А, это уфмэпка? Ой, точно, можно уфмэпкой. Уфмэпкой только надо... Ой, там еще, он все свои бафорсы положил. Больше паков 40-х, он, вишите. Да, вот сюда вызвал. Бафорс, улетай, улетай. Сейчас упадет самолет твой. Ну, свою арту, значит, по моей дал. Ой, тут танки. Понятно. А чё... Хетцеры тебе нужны. А чё ты не боишься на вот это говно выехать? Хетцером. Хетцером боишься. Там пушка снайперная. Вот, вот сейчас попробую одну. Да поехали, поехали. Говнотанком вперед, пехотой вперед. Поехали. Еще один джамбо. Так, чем бы его?
Ой, командиром вылез. Это плохо. У меня тут еще один. Как Бафор спидтрил, он пехоту просто испал. Вау. Вон они там, два Бафорца стоят и... Так, давай к артиллерии. Давно пора. Контрбатарея, правда, тварь. Джамбо в зад сейчас, легкой пушкой. Ну-ка. Смотри, бах. Engine damage, он поворачивается боком. Бах. Нет, уже все. Все, penetration 15. Ну, давай. Бах. Нет, полностью по... Сейчас с другой стороны зайду и не... Нет, я не имрандом вышел на джамба. Бах, 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 баунс, баунс. И пушки тоже. Ну. Блин, Т-34-85, конечно, жестко. Нимрод умер. Вот это да. Ой, блин, Нимрод тоже мне кончили. Гребаная ПВОшка сейчас собьет, наверное. Не, я из радиуса должен выйти. Вышел, 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 ну. Да блин, тебе надо по 85-ке стрелять, а ты... Куда ты стреляешь-то, блин? Что-то я расслабился, пехоту перестал вызывать. Ого, вон спам какой танков на гору едет. Толди. Блин, правда, они с двой были, понимаю. Я тут не буду. О, клёпа. Все, сейчас заберу ее, да. Так, еще немножко артиллерии.
смотри, как обход такой точки захватывает. Пипец, тут-то какое-то братская могила, три четверок и моих говнотанков. Ох, у тебя колонна едет, у меня такая же. Так, офмэпочка еще осталась, нет, у этого не осталось, у этого. О, у этого еще есть, надо бахать, пока ДМ бахать. Кто сдался? Маглан. Там сейчас три офмэпки. Ох, жесть какая. Отступаем. Еще мапочка есть. А Маглан это как раз за троечку, которая играла. Да, этот все там с Бафорсом своим сидит. Ни хера у него там арты на базе, смотри. А, он контрбатарей. Хетцер раздает вообще, кажется. Не останавливаться. Какой-то ад. Ой-ой-ой. Чем ты сейчас кнопку косил, я даже не заметил. Там танки какие-то. Сейчас 2 тонны грохнутся на мои танки. Ах ты тварь. Ох, ебать. 6 моих танков сдохло от 2 тонн. Вместе с Нимродом. В колонне. Ублюдина. Ладно. Хер с ним. Сейчас. Отступаем. Ай-яй-яй, там этот истребитель так нагло. Вот. А ну все, сейчас победу по 20. О, блин, ой, конечно, обидно в конце потерял тонника. Сейчас будет бой. Смотри, сколько моих говнотанчиков, блин. Да, они не так дорого стоят. Одна 85-ка, это как там, не знаю, 4-5 танков таких. Я думаю, окупились. В начале особенно. Че там? Да, две. Кстати, еще по счету ровненько. Где я столько материал-то не понятно. Я неплохо накосил. Ну, у меня в основном, конечно, с эти пак 40-й настрелял тут. Т-34-76. 57 миллиметров мне настреляло. Оба Нимрода убило. Блин. Понятно. Из инвиза двухзвездочная. Туранов. Два Нимрода. Старая добрая. Хер, меня джамба поубивали там, понятно. Я думал, у меня гораздо меньше потерь, нифига себе. Стоп. Так, ну, офмэпка моя забрала Бафорс, пушку одну. Вторая офмэпка так, забрала. Такой смелый пуш был справа, с халфтраками. Вот на осадя реально жестко, если вот халфтраки шер... Да я не знаю, я не знаю. Мне кажется, ошибка не брать арту на стадии. Один Бафорс отвернул 2 моих кластера на 2 фланге. Да им надо ПВО чинить.